Крупная авария на братьев Кашириных, столкнулись маршрутка BMW и Volkswagen. Это последствия столкновения. Элитная иномарка разбита в хлам. В пазике в момент ДТП было 13 пассажиров. В ДТП пострадали 5 человек. В больницу увезли водителя BMW и 4 пассажиров маршрутки. Успели среагировать или все-таки попали? Притормозить, хотя успел, но все равно он летел вот в этом. Много у вас пассажиров было? Где-то 15-13. Кто-то пострадал? У меня трое. Сильно? Скорее увезли, нет, не сильно. По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo поворачивал, когда его зацепил попутно ехавший автомобиль BMW. Потом машину закрутило и понесло в маршрутку, которая была в этот момент возле остановки. На место ДТП прибыли полицейские. Все водители прошли медосвидетельствование на наличие признаков опьянения. На левый поворот, дальше поворачиваю, дальше слева. Он через сплошную просто обгонял его, справа, слева. Вас встречу через сплошную? Вот этот, да? BMW. Тем временем в Горздраве рассказали, что водитель иномарки находится в тяжелом состоянии. У него травма позвоночника, перелом ребер, пневмоторакс, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Две женщины 28 и 59 лет госпитализированы в ОКБ номер 3 с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Еще две женщины 23 и 42 лет попали в больницу с травмами головы и ушибленной раной голени. А это дорога на Юрюзань. Фура вылетела за пределы трассы. По предположениям очевидцев, большой груз мог уходить от столкновения. По предварительным данным, пострадавших нет. В металлургическом районе в яму во время работ провалился грузовик. Инцидент произошел на улице Мира. Оказалось, накануне здесь работали коммунальщики, меняли трубы и, видимо, плохо засыпали яму. В итоге грузовик с 20 тоннами асфальта провалился. Из ловушки машину пытались вытащить с помощью трактора.